В Кызыларде прошел финал культурно-просветительского проекта «Манбала». Цель проекта – повысить статус родного языка. Кто стал победителем 5-го конкурса, смотрите в нашем следующем материале. Более 500 представителей разной национальности приняли участие в проекте. Главное условие – знание казахского языка, истории, культуры, обычаев и традиций. Финал прошли 8 человек. Они писали эссе, состязались в выразительном чтении, в ораторском мастерстве. По итогам конкурса знатоком казахского языка был признан Латиф Умар из Кармакшинского района. Он и будет защищать честь области на республиканском конкурсе «Манбала». Цель моего участия в этом конкурсе – поднять на новую высоту статус государственного языка моей родины, достойно выступить от своей 108-й школы, от района и дальше представить область на республиканском конкурсе.